с вами. Нужно и дальше заводить чиновников в рамки закона, чтобы они работали в интересах общества, в наших с вами интересах. Власть – это мы. А они, к сожалению, об этом забывают и используют ее в своих интересах. Россия не помойка. Такие проблемы, как у нас с вами, они абсолютно во всех регионах. И весь, вся Россия поднялась, и сегодня акция эта всероссийская, мы к ней присоединились. Есть проблемы у кого-то такие же, как у нас, у кого-то другие проблемы. Но это не принципиально. Принципиально, что все хотят сегодня жить и готовы бороться за будущее своих детей. Спасибо, что вы пришли в такой холодный день сегодня и поддержали эту акцию. Минус 26. Резолюцию. Если вы хотите включить что-то свое, мы готовы. Подписные листы у нас есть. Чай в холле ДК. Я предлагаю все-таки цивилизованно подписывать резолюцию там, но зачитаю я все-таки ее здесь. В связи с катастрофическим ухудшением экологической ситуации в городе Красноярске, которая влечет за собой чрезвычайное увеличение социальной напряженности, недопустимое ухудшение качества жизни, рост тяжелых заболеваний, а также неподготовленности мусорной реформе в городе Красноярске и крае, ухудшающей в первую очередь жизнь горожан и владельцев земельных дачных участков, расположенных в непосредственной близости от полигонов захоронения отходов, поручаем губернатору Красноярского края, прокурору Красноярского края, генеральному прокурору Российской Федерации, городскому совету депутатов Красноярска, главе города Красноярска, срочно поручением губернатора Красноярского края создать межведомственную группу с включением в состав представителей надзорных органов Министерства экологии, тарифов Красноярского края, МВД, муниципальных органов власти, профессиональных экспертов-экологов, социально активных граждан и так далее для оперативного реагирования на нештатные ситуации, связанные с экологическим благополучием, реализацией направлений мусорной реформы и так далее. Провести всестороннее изучение механизма тарификации услуг рекоператоров для наибольшего удовлетворения потребностей населения в услуге вывоза, переработки, обеззараживания, захоронения мусора и соблюдения баланса интересов граждан и региональных операторов. Наложить мораторий на изменение границ города Красноярска в интересах ООО «Экоресурс», ООО «Вторресурс», ООО «Ростех». Напоминаю, это одна компания. В рамках земельных участков, на которых расположены полигоны захоронения отходов, провести проверку полигонов, перерабатывающих сортировочных предприятий, на которых ООО «Ростех» и генеральный директор Шепелев Евгений Сергеевич планируют оказывать услуги населению в качестве рекоператора. Потребовать проведения государственной экспертизы всех объектов. Правительству Красноярского края признать ситуацию в районе санитарной зоны КРАЗа компании «Русал» и прилегающих территорий муниципального образования «Красноярск» территорией экологического бедствия и на основании этого обратиться в правительство Российской Федерации об отзыве разрешения на временно согласованные выбросы, действующая до 2025 года. Через доступные администрации города Красноярска и правительству Красноярского края информационные ресурсы проинформировать население о программных направлениях мусорной реформы, сроках строительства и введения в постоянную эксплуатацию промышленных предприятий, полигонов и так далее для формирования у населения устойчивого видения целесообразности, неизбежности, а главное управляемости процессом реформирования утилизации отходов как в городе Красноярске, так и в крае. Запретить строительство пункта глубинного захоронения ядерных отходов вблизи Красноярска органам законодательной исполнительной власти Красноярского края, общественным объединением создать специальную рабочую группу по изучению проблемы строительства ядерного могильника 1-2 класса в Красноярском крае. Принять программу пропаганды по раздельному сбору мусора через региональные СМИ, проведение конкурсов, мероприятий в образовательных учреждениях, соответствующие номинации грантовой программы Красноярского края «Соцпартнерство во имя развития» для формирования системы цивилизованного обращения с отходами во имя будущего города и края. Ура!
Отлично. Спасибо всем, что пришли. Спасибо огромное, что не остались равнодушными. Нас 50 человек. На дворе 29 градусов мороза. Но, дорогие друзья, я думаю, что это первая такая ласточка. И сейчас для того, чтобы наша резолюция была легитимна перед подписанием, я предлагаю проголосовать за то, принять общим голосованием. Те, кто, у кого еще работают камеры, я прошу зафиксировать. Итак, ставлю на голосование, кто за принятие резолюции сегодняшнего митинга 3 февраля 2019 года в городе Красноярске. Да! Да! Единогласно! Спасибо, красноярцы! Подписывать пошли, там нас ждет горячий чай.